Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений нашей страны. Товарищи офицеры, дорогие друзья, поздравляю всех выпускников военных вузов и Академии Министерства обороны с Днем Победы. И, конечно, с успешным завершением учебы. Это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. Владимир Путин напомнил об исторической преемственности многих поколений защитников нашего Отечества, о том, что легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной силы и твердости нашей армии. Вы, офицеры России, наследники Великой Победы. И уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей. Как и они, честно и преданно служить Родине. Вам предстоит большая и ответственная работа. Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учит нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать вооруженные силы. Сегодня самые передовые технологии и техника приходят на вооружение российской армии, поэтому требования к выпускникам высших военных учебных заведений России с каждым годом усиливаются. Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые приоритеты в сфере национальной безопасности ставят пред вооруженными силами Российской Федерации новые задачи. Это прежде всего сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или посягательства на интересы Российской Федерации и защита экономических и политических интересов России. Современное российское военное планирование деятельности вооруженных сил основано на реалистическом понимании имеющихся ресурсов и возможностей России, а они у нашей страны очень значительные, как показывает практика.